Перейра. Гораздо активнее все-таки левый фланг у Интера, нежели чем правый. Джонатан пока мало заметен. Это коса, но забивает. Ну забивай! Ну забивай же! Вот дает. Не к ночи будет помянут Джонатан, но все уже, уже казалось бы, точно они хоккей смотрели, наверное, все каникулы. Это, конечно, удивительно. Сейчас даже в мини-футбол так не играют. Сейчас Интер решил носом завести мяч в ворота. Три лишних было передачи, почему не бил по косану, то все сделал, ну что еще?